тотамиком на память. В Тюмень он больше не вернется, поэтому даже сдержанные фанаты дзюдо не могут пройти мимо. Престижный всемирный турнир в Тюмени прошел в третий и последний раз. И за эти 3 года больше 700 спортсменов побывало на тюменской земле. Это не единственное крупное соревнование. У нас проходили и чемпионат мира, и межконтинентальный турнир, что привело к всплеску популярности этого вида спорта. Большие соревнования работают лучше любой рекламы. Ты начал сейчас делать, когда он тебя держал? А ты бы взял бы резко руку и вставил бы туда, понимаешь? Ребята занимаются дзюдо несколько лет. Для этого вида спорта первые шаги. Официальные соревнования для них начнутся не раньше 12. Еще недавно и секцию брали только с этого возраста. Теперь заниматься начинают с детского сада. Школа «Олимпиец» – одна из старейших. Основатель Сергей Ефимов сам тренер. И в 84-м решил создать свою школу. Это здание он строил своими руками. Я начал искать и здесь нашел вот в этом месте сгоревшую кочегарку. В 84-м году. Ну, пришла идея, и мы с друзьями, то есть товарищами, с кем вместе тренировались, решили из этой кочегарки переоборудовать спортивный зал. Так кочегарка превратилась в спортивную школу. Теперь у олимпийца 4 зала, 450 учеников, есть уже целые династии. У Ильи Хабарова здесь учился борьбе дядя и 5 лет назад привел заниматься племянника. Все воспитанники традиционно ходят на гранд-шлем, чтобы увидеть своими глазами, к чему стремиться. Можно посмотреть, как люди борются, то есть, допустим, правила какие-то, например, там для себя узнать. Можно, например, какие-то приемы увидеть, которые, например, ты не знал, тебе они понравились. То есть можно попробовать это сделать. Вперед! Нельзя стоять! Вперед, вперед, вперед! До конца! Тренеры и воспитанники школ по дзюдо заняли большую часть мест. Болельщики в зале почти все сами занимаются спортом. Полина со своей тетей тоже здесь не случайно. Девочка ходит на борьбу уже 5 лет. Впрочем, выбора у нее особого не было. У меня просто папа там работает. И мама тоже. И просто близко к школе, и поэтому я на дзюдо пошла. Дзюдо, как и многие боевые искусства, родилось в Японии в 1882 году. Его основателем считается Дзигеро Кано. Появлению отечественного вида мы обязаны Василию Ощепкову. В 1911 году он поступил в знаменитую школу Кадокан и стал 4-м иностранцем в истории дзюдо, удостоенным такой чести. В 1914 году он приехал во Владивосток, где основал свою школу. Она насчитывала около 50 учеников. Можно считать этот момент даты рождения отечественного дзюдо. А в Тюмени эта борьба появилась только в 1977 году. Дзюдо сразу же, как олимпийский вид спорта, получило широкое развитие. Значит, достаточно сказать то, что уже в 1977 году Женя Чижняков и по самбо стал призером чемпионата первенства Советского Союза по юношам и по дзюдо. А потом Тюмень дала первого российского чемпиона мира. В 95-м им стал Николай Ожогин. И его результат в течение 7 лет никто не мог повторить. И это надо повторять 1000 раз. Считается, что 10 тысяч повторений доводят движение до автоматизма, поэтому одно и то же делают снова и снова. Николай Хохлов сегодня старейшина тюменского дзюдо. На большом шлеме выступали 2 его воспитанника – Арби Хамхоев и Муса Мугушков. Эти соревнования, они придают огромное значение для популяризации дзюдо. Ведь посмотрите, вот у нас, сколько у нас стало спортивных. Кроме того, что спортивных залов очень много стало, а сколько детишек, когда приходят. Вот сейчас в зале приехали, у нас японцы тренируются, это наши родоначальники, на них смотрят все. Чтобы увидеть, как тренируются японцы, не надо ехать в Японию. Достаточно подняться в спортивный зал. Олимпийский чемпион Кейджи Сузуки в Тюмени 2-й раз. В 2011-м он стал здесь абсолютным чемпионом мира, а теперь привез сборную. Мне все очень нравится. Я 2-й раз в Тюмени. И все замечательно. И зал, и отель. Все нравится.
В расписание спортивного зала за неделю до проведения турнира пришлось внести коррективы. Его оккупировали сборные из 25 стран. Это тренируются россияне. На сбор в Тюмень они приехали уже по традиции перед большим шлемом, чтобы лучше подготовиться. График насыщенный. Утром татами, вечером тренажерный зал. Одним словом, идеально. То есть очень хороший центр, очень хороший прием. Все очень здорово. Но надеемся, что так будет до самого конца. Этот центр появился в Тюмени в 2010-м. Открывал его самый известный дзюдоист России, президент Владимир Путин. После строительства спортивного центра улучшилось качество подготовки и спорт вышел на новый уровень. Популярность дзюдо стремительно растет. Федерация шутит, не успеваем закупать татами. Секции работают в 12 муниципалитетах. А если все существующие в Тюменской области татами сложить в одно, то площадь составит 6000 квадратных метров. Сказалось ли на развитии этого вида спорта президентское увлечение? Здесь можно только догадываться. Я тоже думаю, что влияет. Из-за этого это и финансирование есть, вот, и все остальное, то есть сопутствует. Мне кажется, если президент занимался самбо, самбо было больше развито. Самбо и дзюдо очень похожи, и до 2010-го различий в правилах практически не было. Сейчас в дзюдо запрещены болевые приемы на ноги, и руками хватать соперника ниже пояса нельзя. И хотя маленькие спортсмены занимаются и той, и другой борьбой, в старшем возрасте нужно определяться. Во-первых, на автомате можно применить запрещенный прием, а во-вторых, на рейтинговые соревнования неопределившиеся спортсмены не допускаются. Вот и Алине Сергеевой, члену юношеской сборной по дзюдо, пришлось сделать выбор в пользу олимпийского спорта. Изначально начала заниматься дзюдо и столько лет уже занимаюсь. Дзюдо – это олимпийский вид спорта. Больше результат можно добиться, чем по самбо. Обязательное правило у нас только одно, то есть это пола, она должна быть сначала правая, и потом сверху идет левая пола от кимоно. Пояс мы складываем на две части, прикладываем чуть ниже, ну, так ориентировочно, центра своего пупка, проводим назад, сзади перекрещиваем, выводим вперед. Здесь, получается, мы делаем узел. Обязательный узел у нас делается под два этих сразу обмота. Здесь подтягиваем. Еще момент такой, чтобы меньше было травм. Обычно пояс завязывается в одну линию. Рассказывает тренер. Вообще пояс – это тактическое оружие. Его можно не туго завязать и в ринге взять потом паузу, чтобы его поправить и в это время чуть-чуть отдохнуть. Дзюдо с японского вообще переводится «гибкий путь к победе». Философия. Какая философия? Это и есть философия, то есть поддаться, чтобы победить. Начинают ученики с белого пояса. Спортивными победами можно заработать черный. Шестой дан получают за олимпийские победы. Есть и красно-белый, и самый высокий знак отличия – красный пояс. Сам Андрей сейчас занимается дзюдо-ката. Это такие показательные выступления, где оценивается правильность выполнения приемов и техника. Гибкий путь. И правда гибкий. Есть направления, доступные для всех. Не только спортивное дзюдо. Японские корни борьбы сказались и на ее поклонниках. Именно сдержанность – ключевая характеристика болельщиков. Эта группа волонтеров работала на всех крупных соревнованиях в Тюмени. Их задача – активизировать публику. Но поклонники дзюдо сами знают, что и когда делать. Здесь немножко другая атмосфера. Здесь она более такая, контрольная. То есть люди уже сами знают, где нужно что сказать, крикнуть, где поаплодировать. Достаточно сами контролируют себя и ориентируются. Взять захват, захват. Болельщики с мест подсказывают спортсменам. Всем залом скандирует только Россия. Кирилл 6 лет на татами. Он сам уже принимал участие в соревнованиях. И подсказки зрителей уверяют, ничего не значит. Спортсмен думает, как бороться. И он не смотрит на трибуны, ни о чем не думает. Думает только о борьбе. Продавцы сувениров, которые путешествуют за всеми турнирами, отмечают, здесь дудки и трещотки не в почете. А на память чаще берут магниты и футболки. Они более спокойные. Вот, и если, допустим, вот на биатлон приходят и говорят, дайте нам вот этот парик, мы там весело все будет, сейчас приходит. Нет, это слишком весело, нам не надо такое. И только совсем юные решаются на эксперименты.
А нам тут просто, не знаю, мы решили вот так вот выглядеть, чтобы нас видно было сразу. За время проведения «Большого шлема» в Тюмени побывало более 700 спортсменов со всего мира. И, кстати, болельщиков тоже. Эти поклонники дзюдо приехали из Японии и за 3 года проведения турнира посетили каждый. Наша компания работает в Москве, и мы стараемся, раз есть возможность, посетить «Большой шлем» в Тюмени. Дзюдо в Японии очень популярно, и я сам занимаюсь. Здесь наша команда, и мы болеем за нее. Тюменский центр дзюдо стабильно воспитывает кадры для сборной. Борец номер 1 Мусама Гушков только волей случая не вошел в олимпийский состав. Зато его увидели тюменские болельщики. На татами он встретился со своим младшим товарищем. Оба воспитанники одного тренера, оба тюменцы. И хотя все сразу сделали ставку на победу Мусы, могло произойти что угодно. Но победил опыт. Мы с Мусой вместе за одном зале тренируемся и друг друга хорошо знаем-то. И можно сказать-то... Вся моя вот сейчас борьба, все такое, сейчас мужская борьба от Мусы идет. Вы же понимаете, дзюдо это такой вид спорта, здесь каждый может выиграть. В принципе, просто боролся на свое удовольствие. Такая же пара коллег по сборной выпала и тюменке Айгуль Таштемировой. Но спортсмен всегда должен быть готов к тому, что свой на время ринга станет чужим. Мы и друг другу помогаем где-то, а потом приходится бороться, но тяжело на самом деле. Я стараюсь перед соревнованиями, как бы, если я знаю, что я с ней буду бороться, не контактировать, как бы включать спорт. Но это же спорт, мы поборолись, дальше общаемся. 7 тюменцев на таком престижном соревновании от сборной России не приехала только Наталья Кузютина. Она вошла в олимпийскую сборную. Большой шлем покидает Тюмень, но это не вызвало особого ажиотажа и болельщиков соревнованию не добавило. Ведь уезжает он недалеко, в Екатеринбург, да и Тюмень на этом прощаться с соревнованиями по дзюдо не намерена. Сейчас, когда дзюдо получило такое развитие среди молодежи, Тюмень будет претендовать на проведение юношеских соревнований. Мы получили огромный опыт в использовании нашей инфраструктуры, которая есть, в том, как необходимо проводить такие серьезные мероприятия. Эти 3 года были потрачены не зря, и мы получили массу положительного эффекта. Развитие дзюдо, конечно, зависит не только от того, как работают тренеры с детишками, но и от того, какие мероприятия проходят в регионе. Это подтвердили и 3 года проведения «Большого шлема». Региональный опыт удался, и после Екатеринбурга федерация не исключает, что турнир продолжит путешествовать по России. Центр дзюдо за 6 лет заработал себе репутацию, и как отличная база, и как кузница молодых кадров – не хватает одного. Чтобы поесть и называться центром олимпийской подготовки, нам нужна, конечно, олимпийская медаль. Мы надеемся, что у нас есть чемпионы мира, победители первенства мира, призеры первенства мира, победители первенства Европы. Все у нас-то есть. У нас нет единственной олимпийской медали, которую мы с нетерпением ждем от наших спортсменов. Первую медаль по греко-римской борьбе тюменцам удалось получить спустя 40 лет развития этого вида спорта. Дзюдо в Тюмени существует уже 39 лет. Пора.